Повод для гордости. Зрители Арктик ТВ за четыре дня собрали для подопечного нашего телеканала 50 тысяч рублей. Мы объявили акцию «100 человек по 100 рублей от безысходности». Диме Григорьеву нужно было срочно ехать на обследование в Москву. Однако денег на билеты у семьи не было. Промедление могло стоить очень дорого. Приступы эпилепсии участились и стали сильно влиять на ребенка. Наша благотворительная акция стартовала 1 августа. А уже сейчас Дима с мамой в Москве. Мы проводили наших героев на поезд и пожелали удачи. Марина Григорьева листает отчеты о поступлении средств и до сих пор не верит. 285 сообщений. 285 человек отозвались на беду и перевели по 50, сто, пятьсот, тысяч рублей. Были суммы и крупнее. Несколько человек передали по 10 тысяч рублей. Один человечек, а так вот каждый день. Тут последние два дня по чуть-чуть, а вот те дни прям вот друг за дружкой, друг за дружкой, друг за дружкой. Деньги на билеты до Москвы собрали уже за сутки. Когда после объявления акции посыпались сообщения и звонки, Марина Валентиновна даже растерялась. Она привыкла, что на зов о помощи реагируют два-три человека, а в этот раз целая армия. Пенсионерка впервые за долгое время почувствовала, что ни одна сражается за здоровье сына. И даже Дима в тот день не смог сдержать слез. За четыре дня о мальчике узнали тысячи людей. Удалось собрать 50 тысяч рублей. Эти деньги пригодятся при покупке дорогих лекарств и проживании в Москве во время лечения. На оставшиеся Марина Валентиновна планирует купить школьную одежду для Димы. Но сначала самое главное – определить масштабы ухудшения здоровья. Уже с понедельника Дима находится в Российской детской клинической больнице. Желаем удачи нашему другу и ждем его возвращения домой.